Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас снова будет 100 слоев. А чего? Я решила все-таки сделать 100 слоев корректора, темного корректора, потому что белый тоже корректор называется. Так как прошлое видео набрало очень много просмотров, где я делала 100 слоев блесков для губ, я думаю, ну почему бы не сделать корректор, потому что мне кажется, что оно должно быть довольно смешно в итоге получиться. У меня есть вот такие вот корректоры. Я буду использовать, естественно, сам темный. Я думаю, что вы бы тоже хотели, чтобы я его использовала. Я вооружилась кисточкой. У меня даже, смотрите, определенное платье. Такое боевое, потому что я думаю, что сейчас будет боевой раскрас. И сейчас уже конец дня, я уже собиралась умываться и думаю, о, я же хотела для моих подписчиков любимых снять видео 100 слоев корректора. Итак, приступим. В прошлый раз некоторые считали, что я делала больше. Давайте буду по одному мазку делать. Смотрите, как темно сразу. Где мы будем делать? На всех вот этих вот участках наших, да? Здесь уже больше начала делать. Давайте подбородок тоже, да? Вот так вот его делают обычно. И носик, да? А где еще у нас делают? Вот здесь еще делают. В общем, буду делать вот этого всего 100 слоев. Раз слой. Слоев уже только 4. Офигеть, я уже черная. По-моему, сейчас 10 слоев. Блин. Мне кажется, уже как будто 100. Блин, это так муторно на самом деле. А давайте попробуем делать так, чтобы я на себя смотрела вот сюда. А не держала отдельно. Будем делать так. Офигеть! Зачем я все это затеяла? Что-то все смазывается уже. Уже не то получается. Блин, столько крошек тут крошится. Я испачкала. Надо забрать. Поехали. Девочки, по-моему, сейчас я сделала только 50 раз. Вы видели, когда я вначале начала, главное, так красиво? Мне кажется, медленно все превращается в сплошную маску какую-то. Скоро не останется белых следов вообще. 50 раз, блин, вот я не люблю снимать эти 100 слоев. Кто это придумал вообще? Кому это интересно вообще? Красиво? Посмотрите на мою палетку, она вся в этом, в фигне в этой, короче. Я же решила так округлять, знаете, вот, чтобы было быстрее. Слоев вроде. Блин, я сбиваюсь со счета, мне так неудобно считать. Бедная моя мама. Она смотрит, наверное, на доченьку свою и думает, господи,
Милое мое дитя, что ты с тобой делаешь? В общем, 70 сейчас. А знаете, что самое интересное? Что вот не могу теперь оставить. Вот задолбалась уже бы, плюнула, бросила. Казалось бы, уже ничего другого не будет. Будешь вот такая чумазая, не верю, тос. Но хочется сделать, прям вот добить. Типа, ты можешь до конца. Так, это у нас было сейчас 80. Осталось 20. Ой, опять начала по новой. Нет, по кругу. Так быстрее. Ой, здесь сделала 2. А, да, сюда 2. Это, так, нам надо еще 20. 2 сделала, 18 осталось. Ой, что-то я, похоже, тут больше сделала. В общем, смотрите, что с моей палеткой. В шоке. А у меня единственное светлое пятно. И место для хайлайтера моего любимого. Кстати, если мы засветлим чуть-чуть, ну вообще, ну что это такое? Высветлим наши светлые места. Вот как-то так, да? Вот здесь у нас типа хайлайтер должен быть. Над губкой. Обязательно, чтобы губка казалась больше. Подбородочек. Можно лобик побольше взять. Ну так, в принципе, ничего, да, получается? Губа стерлась. В общем, дорогие мои, вот они, 100 слоев корректора. А главное, зубы, гляньте, какие белые зубы. Я надеюсь, вам мое видео понравилось. Если да, то ставьте лайк. Я вам вообще убедительно советую не повторять вот эти вот вещи 100 слоев. Это вот реально только вот посмотреть на вот такую вот женщину, как я. Посмотреть, поугарать и выкинуть эту гадость из головы. Подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите что-то еще, чтобы я сняла 100 слоев, вы пишите. Единственное, что касается ресниц там и тинта вообще, ну это жесть. Я вообще просто даже я не представляю, что это будет. И даже не хочу браться и снимать. Это еще более-менее. Я сейчас не знаю, как я все это буду сдирать. Кстати, а может быть с вами попробовать поздирать? Вместе попробуем с мицеллярной водой. В конце буду снимать, смотрите. Я не зря все это делала. Кому жалко мою кожу, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Офигеть, так у меня вся футболка и грудь вообще. А прям вот загар получился. Офигеть. Что я каждый раз подписываюсь? Я вообще не понимаю. Это YouTube. Это все влияние YouTube. Я смотрю, вот. Давайте мицеллярочка. Господи, кожа вот реально дышит сразу. Пробивается сквозь поры. Кошмар какой. Мы чуть-чуть поразмазываем это все. Естественно, потом я пойду умываться. Свобода. Кстати, корректор еще не видела, чтобы кто-то делал. Но я почему-то думаю, что я не первая. Просто ваточки. Вот такие черные. Черные ладочки.
Словно я умираю, черные ворчи, и я только вас мечтаю, черные ваточки. Свободу попугаю, черные ваточки. О, пошла умываться.